Лиана Монгуш посвятила всю свою жизнь преподавательской деятельности. Вот уже 30 лет работает учителем физики средней школы села Ховаксы. Как классный руководитель, она подготовила ко взрослой жизни 5 поколений детей. Один из них, Андрей Уин, сейчас является исполняющим обязанности председателя администрации Чедыхольского района. Действительно, мы получили в сентябре повышенную зарплату, существенную зарплату. Но, конечно же, по сравнению с тем, что было, зарплата нам увеличена, но, скажем так, вот, что в этом году мне удалось собрать ребенка и в школу, и съездил в океан ребенок, и еще и получилось отправить ребенка в университет учиться. Вам было легче, да? Да. Существенно легче. На августовском совещании глава Тувы инициировал повышение заработной платы педагогов республики. Многие учителя, в том числе и Лиана Монгуш, уже сейчас заметили существенную прибавку к оплате их неоценимо важного труда. При этом учителя отмечают, стимулирующие и надбавки никто не убирал. Надбавки есть, они для каждого. Например, для профильного класса надбавка, там еще за выслугу лет надбавки. Вот это вот все, я считаю, что это и есть стимулирующие, куда ходят, да. И если с заработной платой в селе Ховаксы вопрос решен, то в целом по республике ситуация пока разная. В правительстве республики подчеркивают, повышение зарплат будет идти постепенно. Те, кто не получил повышенную зарплату в октябре, получат ее в ноябре с перерасчетом. Сейчас Минобразование и Минфин проводят работу с экономистами районных управлений образования. Алдын Казбуян, Владимир Сюртук, Мирана Иргит, Тува-24.